це лише вчора ми познайомилися з учасниками танцювальної категорії, а позаду вже місяць тренувань. За цей срок учасники встигли освоїти кроки з 6 базових танців. І, як завжди буває в танцювальних конкурсах, на паркеті залишаються лише найкращі. Сьогодні ми маємо 52 учасника. За декілька хвилин їх залишиться в половину менше. Тож зараз ми присутні на відборі у танцювальній категорії. Серця калатають від шаленого хвилювання, та учасники опановують себе. На останніх хвилинах повторюють кроки, підтримують один одного і з завмиранням серця чекають свого виходу. Впечатлення колосальне. Казалось бы, только месяц прошел, и то, наверное, меньше. Мы уже и танго умеем, и румбу умеем, и ча-ча-ча умеем. То есть, ну, смотришь, и это мы учили, это учили. То есть, само даже в голове не укладывается, что, ну, мы действительно, как бы, все молодцы, все учим, и дома репетируем. Мне подобається, не все получается, звичайно, трошки не виходить, я стараюся, учуся, ну, и сегодня побачимо результат. Волнуюсь очень сильно, мне кажется, у нас столько людей, столько всем могут, и красиво получается, и не сбиваются, и у меня паника. Вот, ну, надеюсь, все получится. Ну, мы недаром, мы уже месяц тренируемся, и все-таки есть, я думаю, определенные успехи у каждого из нас. Нам каждому выдали номер, нас разделили на 12 групп по 5 человек. И вот мы по порядку будем этими группами выступать, будем вытягивать один человек из группы билет, там будет 3 танца. И мы будем их группой танцевать. А потом каждый будет вытягивать билет с номерами, ну, с названием движения, и мы будем каждый танцевать эти движения. Сегодня у нас очень ответственный день, волнительный. Я хочу сказать, что на данном этапе вы все молодцы, вы все достойны полуфинала, но в полуфинал пройдут те люди, которые действительно на протяжении месяца научились тем движением, которые я вам давала, вы хотели продолжать, и у вас есть очень много желаний, рвения и таланта, и всего-всего-всего пройти дальше. Я вам желаю удачи, не переживайте, сделайте глубокий вдох и выдох, и мы начинаем. Итак, я хочу попросить остаться первую группу. Всех остальных я попрошу выйти за эту ширмочку. Секунды до початку змагання спливають, напруга зростає. 3, 2, 1. І ось уже перша п'ятірка учасниць на паркеті. Починати завжди нелегко, особливо, коли твій танець може вирішити подальшу участь у проєкті. Та нашим учасникам сміливості не бракує. Запальним джайвом дівчата розпочинають екзамен. Прямо за цією ширмою, за моєю спиною відбувається відбір у танцювальній категорії. І зараз ми вийшли сюди, щоб поспілкуватися з учасниками та дізнатися, наскільки сильно вони хвилюються. Ні, ми вже успокоїлися. Ми спочатку нервничали, тренувалися, а зараз вже так потрібно настроїтися. Ні, я не танцювала, скоро вже буде моя група виступати. Я дуже переживаю, боюсь, що я забуду щось, але хочеться дуже пройти далі. Хочется. Несмотря на то, что имею опыт выхода на сцену, все равно волнительно. Конкуренция присутствует и хочется, чтобы все получилось. За виконанням танців, окрім тренера, уважно слідкують судді. Після колективного завдання кожна учасниця демонструє знання та вміння самостійно. Я танцювала плохо, тому що ми танцювали в першій групі, ми збились, дуже нервничали, і музика нова була для нас, і розпереживалися. В общем, волноваться, да, волновалась, но как бы старалась этого не показывать. Ну, во время танца, как бы я уверенно шла, занималась дома, а когда уже начала танцевать, уже сбилась. Именно во время танца начала, ну, как бы теряться. Ча-ча-ча, джайв, вальс. І ось на паркеті з'являється наступна група. Після виступу шкодують. Вдалося не все. Если честно, напортачили на экзамене. Сегодня день был очень ответственный и волнительный. Волновалась и перед тем, как станцевать, потому что хотелось доказать себе, что я смогу. Станцевать я смогла, но, конечно, после всегда кажется, что можно и лучше. Сегодня мы
готовились все вместе, это было здорово, когда все танцы протанцевали, вспомнили, что такое виск, батафога и все такое. Вот, на самом деле, когда мы станцевали, немножко сбились в ритме, но это ничего, это тоже нам урок, что нужно слушать друг друга, подключаться, все-таки мы одна команда. Страшно, на самом деле, потому что не хочется расставаться уже с остальными, кто с нами сейчас есть. Но это здорово, на самом деле, переживать этот опыт, поэтому спасибо. Самба, румба, ча-ча-ча. На паркеті одна за другою з'являються наступні п'ятірки. У кожного з них купа емоцій. І, звичайно, є про що розповісти. К сожалению, сегодня у меня не все удалось, поскольку волнение все-таки взяло свое, и страх того, что ты можешь закончить этот проект именно сегодня, тоже дал свой результат. Но надеюсь, что все-таки я останусь в проекте и дальше буду проявлять себя лучше, учиться, стараться. Попались не те танцы, которые я бы хотела станцевать, но тем не менее я станцевала. Ну, конечно же, всегда ты хочешь станцевать лучше, нежели ты станцевал ранее. Колени выпрямлять не удалось, поскольку это очень тяжело. И когда ты танцуешь, ты думаешь о том, чтобы успеть попасть в ритм, и в то же время забываешь о том, что тебе нужно выпрямлять колени, ходить ровно. Раньше, когда была помладше, я вообще как бы увлекалась всякими секциями, ходила очень много куда, то есть, ну, дома на месте не сидела. А сейчас, как бы, когда уже там повзрослела, началась работа, какие-то домашние заботы, ну, все равно как бы такие вот для себя вещи уходят на второй план. Поэтому этот проект для меня стал очень значимым, то есть я опять как бы преобразилась, то есть опять какое-то свое увлечение появилось. И мы как-то все сдружились, все друг к другу ходим, там показываем, даже записываем там с девочками дома движения на видео, там высылаем по интернету, подсказываем. Там, ну, пока что как бы конкуренции не чувствуется. Может, потом уже там ближе к финалу будем конкурировать. Звичайно, вони здружилися. І, звичайно, вболівають не лише самі за себе, а ще й за один одного. Тож, поки йде відбір, учасники уважно спостерігають за тим, як танцюють інші. Ну, у нас такая есть компания, человек 6, и мне кажется, у нас там все хорошо танцуют, я хочу, чтобы они прошли дальше, я очень в них верю, и в себя верю, надеюсь. Звісно, в кожного з них з'явилися улюблені та неулюблені танці. Але учасники погоджуються в одному. За час проекту уже встигли закохатися в хореографії. Мені подобається, мабуть, джайв і румба, от ті зв'язочки, які ми вже вивчили, а тяжело, мабуть, танго. Потому что, ну, как-то вообще непонятно, куда двигаться, как смотреть, куда поворачиваться, еще тяжело. Ну, мне, наверное, нравится больше всего самба, румба и танго тоже понравилось. Мне кажется, по темпераменту, наверное, тоже зависит людей. Кто-то любит более романтическое, медленное, кто-то более страстное. Я думаю, тут уже как бы от характера зависит, кому... Який би не випав танець на іспиті, перед кожним учасником стоїть складна задача – переконати суддів, що саме я кращий. Показати тренеру, що я вас не підведу і викладусь наповню. Танець – це таке гармонічне стан, яке сочетає в собі і техніку, і емоції, і чувства, і настроєння. Ну, мені дуже подобається... Латина, мне нравится румба, она такая чувственная, вот, и мне вальс нравится тоже. Тренер спостерігає за кожним жестом танцюючих і запевняє, що в її групі всі унікальні. Юля до кожного вже встигла звикнути, а тому щиро за них уболівала. Я довольна прогресом учасників, тому що вони більше стали розкріпощеними, вони більше емоціонально почали танцювати, вони, многі з них боялись просто вот, сделать перший шаг. На даному етапі вони не тільки зробили перший шаг, але вони і станцювали. Було видно волнення учасниці, вот, прям, ну, вот, жалко їх було, якщо чесно, хотілося підійти, так сказати, два-три, ну. Я очень хочу, чтобы каждый из участников раскрылся в проекте, чтобы он не только преодолел свои какие-то комплексы, он достиг своей мечты, но и он вырос на этом проекте, он открылся.
Майже половина іспиту позаду, а напруження на паркеті зростає щосекунди. Чим ближче к виступленню, тим волнительней. То есть сейчас самый накал страстей. На паркеті з'являється наступна п'ятірка. Дівчата, виконуючи екзаменаційне завдання, хвилюються не менше, ніж попередні учасниці. Сьогоднішній день, звісно, насичений событиями, емоціями, переживаннями. Я танцювала ча-ча-ча, самбу і джайв. Якраз джайв я дуже хотіла танцювати. Це енергічний, живий, швидкий танець. Мені він по душі. І також мені подобається ча-ча-ча. Это был первый танец, который мы учили, поэтому он лучше всех запомнился. Мы станцевали все, что мы выучили. Хотелось уложиться на 100%, но из-за эмоций, из-за переживаний, я не знаю, я очень старалась. Как получилось, это, конечно, виднее тренеру и жюри. Іспит набирає обертів, і ось на танцполі вже остання група дівчат. Ну, в принципі, я, мабуть, не дуже сильно боялась, думала, що в мене все вийде. Звісно, хотілося определені якісь танці станцювати, але вибрали, звісно, не ті, які я хотіла, але все одно в мене все вийшло. Ну, я дуже рада, що взагалі отлично все станцювала, музику впала, всі движення правильно, не забула нічого. Ну, в общем, все получилось, я очень рада. Я всего была на тренировках 3-4 где-то, но так как я раньше занималась танцами, поэтому мне было легко догнать всех. И я даже рада, что половину пропустила, потому что ну, дала возможность другим лучше танцевать, там, больше попрактиковаться. Бальна хореографія – це парна хореографія, а тому у кожної дівчини, котра сьогодні пройде далі, обов'язково повинен бути партнер. Дівчата зізнаються, над вибором пари поки не задумувались. Первый месяц особо не задавались, наверное, целью там уже искать себе партнера. Все как-то более были настроены так пройти первый этап, а уже как бы во втором туре, я думаю, уже начнем присматривать себе партнера. Хоча перший відбір серед дівчат, на іспиті продемонстрували, чого навчилися за місяць, і представники сильної половини людства. Мужчин ми теж оцінювали, і результати я їм оголошу вже перед фіналом. Тобто фінал пройдуть не всі мужчини, тому що все-таки, я думаю, що деякі з них не готові к участию в гала-концерте. Поэтому у мужчин тоже будет своя борьба, но она будет много позже. Так само, як і учасниці, чоловіки діляться з нами враженнями від проєкту. Перше друге заняття був драйв, було класно, потім чуть-чуть була депресія, бо не виходило, а потім поступово починає потрошки виходити і зараз подобається більше, більше, більше. Надіюся попасти в фінал і там показати. Ну, ми готуємось до того, що в нас буде конкурсний відбір, ми не розслабляємося, працюємо над собою, вчимося. Навіть якщо не буде, ми все рівно стараємося. Все було чудово, хвилювання присутні було і навіть залишилося. От, на майбутнє збираюся навчатися, бо дуже все подобається. Це цікаво, цікавий колектив, нові обличчя, нові знайомства. Станом на зараз ми всі друзі, одне одного підтримуємо, підказуємо, так що конкуренції такої я не відчуваю зараз. Це ж таки парні танці, тому чоловіки теж мають бути присутніми. До того ж, жінки, які залишаться, мають вибирати партнера. І так, наскільки я розумію, буде, оскільки нас не вистачає на всіх, то буде один хлопець і дві панночки. Треба, щоб придивлялися, хто як, що зможе, кому хто підійде, не знаю, там, за зростом чи ще за якимись параметрами. Танець – це завжди впечатлення, да, яркість, якась емоціональність, от, життєрадісність. І, ну, спасибо всім, організаторам в тому числі, і нашому тренеру, да, що дали можливість таку всім учасникам, да,
осуществить свое такое вот, наверное, небольшое желание, да, научиться танцевать, посвятить себя танцу. Сегодня у нас уже произошел первый отбор, вот все очень волновались, очень готовились, и по сравнению даже с первым видео, которое у нас было, девушки и парни значительно выросли уже, да, то есть уже чувствуется какое-то мастерство, уже чувствуется какая-то отдача. Несмотря на то, что я вот сейчас болею, я сегодня, например, не танцевал, но я не собираюсь сдаваться, как бы, да, я хочу дойти до конца проекта, это моя цель, как бы, да, которую я поставил, и я хочу быть в финале, я хочу быть лучше. Это мое желание, я хотел бы этого, да, но мое на упорство, да, и мой труд, как бы, да, должны это все, я должен это доказать, показать, как бы, да, чтобы это было оценено жюри, тренером. Після виступу всіх учасників тренер та судді підраховують бали. Если считать, когда больше волновалась, до или после, то волнительнее более вот сейчас после, когда ждешь результаты, осталась ты или нет. Поэтому волнение было и до, но вот сейчас оно как-то более уровня выше. Поки за кулісами радяться судді, учасники висловлюють свої припущення з приводу того, як їх оцінювали. Ну, Юлія нам розказувала, що будуть оцінювати по тому, як попадають в ритм і по тому, як танцюють движення, правильно, неправильно, ті, які вона показувала нам, ну, ті основні движення танцю. Мені кажется, ще важливо не розтерятися. На сцене важно не растеряться, потому что бывает такое, что выключается музыка, забыл шаг. Главное улыбаться, собраться и продолжать. Вот этот вот момент не растеряться, мне кажется, должны читать тоже. Довга пауза закінчується, і ось настає тривожний момент – оголошення результатів. Для начала вы все молодцы. Немножко сначала распереживались, но я так понимаю, все потом подрасслабились уже и втянулись, так сказать. Итак, ребята, которые прошли, я сейчас буду называть тех людей, которые прошли. Хорошая новость, этих ребят будет 21 человек, 21 участница. Первая попадает в полуфинал. Тренер по черзі оголошує імена півфіналісток. З кожним новим іменем шанси решти стають все меншими, на обличчя навертаються сльози. За результатами підрахунків у семи учасниць зібралась однакова кількість балів, а тому тренер дає їм другий шанс. Онлайн-голосування продлиться неділю. Ми будемо определяти по кількості лайків победительницу, которая будет соревноваться за место в финале. Я прошу не расстраиваться тех участниц, которые не прошли в полуфинал, потому что у вас все впереди, и вы не думайте, что это вот такое вот, знаете, вот событие, ну вот все, не прошла и конец света. Нет, это всего лишь маленький шажочек к вашей мечте, возможно, да, чтобы вы продолжали этим заниматься, вы хотели, вы должны понимать, что танцы – это свобода движения, это эмоциональный сброс какой-то. Это очень здорово. Пожалуйста, не расстраивайтесь, у вас все впереди. Ось тепер, коли вже всі імена названі, півфіналістки не ховають своїх емоцій. Дівчатки всі молодці, ми старались, танцювали, за час прийшли до екзамену, проганяли всю програму. Емоції просто зашкалювали, чесно. Думала, якщо попадеться Джайв, думаю, ну все, іди домой. Ну, попався Джайв, і думала, не пройду, якщо чесно, в самому кінці вже сумнівалась. Слава Богу. Дівчата, яким пощастило менше, звичайно, шкодують. Так вийшло, що сьогодні відібрали всього лише 21 учасницю. Ну, к сожалению, я не попала в полуфиналістки, но я виставлена на онлайн-голосування. Возможно, где-то не добрала бала, где-то там неправильно сделала шаг. Все-таки тут є, ну, много девочек, которые уже раньше имели опыт в бальной хореографии, поэтому я думаю, им было намного легче. Руки я не опускаю, я буду продолжать заниматься, потому что я очень давно хотела научиться бальным танцам. Но я стеснительная девочка, и, ну, я очень долго просто боялась, стеснялась прийти куда-то в группу позаниматься. Я услышала об этом проекте и решила, что, ну, пора, почему бы и нет. Ну, можно попробовать, правда, я ничего не теряю. Мне очень понравилось. Мне кажется, что я уже чему-то научилась, и это не предел. Да, я не прошла, я переволновалась, сбилась, феерично упала в конце. Ну, такое бывает. Не стоит расстраиваться.
я на этом не остановлюсь, я уверена, что я смогу и я научусь. Проект дал мне мотивацию развиваться, расти, учиться, особенно то, что я не прошла, то есть какой-то спортивный азарт, что не прошла, почему? Значит, недостаточно старалась, значит, где-то недостаточно позанималась, да, буду заниматься и уверена, что все получится. Те ребята, которых я оценивала на уроках и которые заслужили, и которым я поставила хорошие баллы, они оправдали мои ожидания, и они хорошо себя и достойно показали и на экзамене. Оценки судей совпадали с моими оценками. 21 участница, которые прошли, они все достойны попадения в полуфинал. Все, без исключения, участницы старались, и они старались не только на одном занятии, они старались на протяжении всего месяца. И я это отметила, и благодаря этим стараниям они и попали в полуфинал. Я вот сейчас уже в планах о построении полуфинала, о тех номерах, которые мы будем изучать и танцевать, я уже в предвкушении.